Привет, Зион! Это канал Перском Гейм. Спустя 2 года существование The Matrix Awakens для большинства игроков уже не является секретом, а в интернете уже полным-полно видео о том, какая в этой игре, ну или скорее демонстрации движка, крутая графика, а также видео с авариями, поскольку там можно угонять тачки и врезаться во все подряд. Но затем, спустя очередную аварию, спустя очередной угон, очередную пробежку или пролет над городом, чтобы полюбоваться его красотой, ты понимаешь, что тебе это надоедает. Ведь это не полноценная игра с сюжетом, с живым миром, поскольку это было привязкой к фильму «Матрица воскрешения», который, кстати, мне не зашел. Теперь вторая и третья часть кажутся не такими уж и плохими. Может, потому что тогда были братья Вачовски, а сейчас сестры? И вот я очередной раз, совершая очередную аварию, очередной пролет, понял, что тоже это потихоньку мне начинает надоедать. Но потом я обнаружил кое-что новенькое. Режим свободной камеры – это не 100% ноуклип. Ты не можешь пролетать сквозь здания, мосты или другие предметы, в том числе и автомобили. Ты просто в них утыкаешься. Вот я и решил сделать это с движущимися автомобилями. Результат был многообещающий. Самое веселье – это когда ты на автостраде, на полном ходу, в свободном полете врезаешься в грузовики, а также автобусы и фургоны. Знали об этом разработчики или нет, но звуки ударов они не добавили. При этом некоторые легковушки от такого могут разматричиваться. Человек, который сидел в этой машине, попал в реальный мир, на службу Зиону. Модель повреждений у грузовиков полностью отсутствует. Возможно, я не первый, кто выложил подобный ролик в интернет. Скорее всего, я просто изобрел велосипед. Тем не менее, я сам это обнаружил и нигде это не смотрел. В принципе, все, что нужно, я уже сказал. Поэтому далее будет нарезка лучших моментов. Приятного просмотра!